Här besöker Vladimir Putin en utställning om Peter den Stora. Tsaren och storfursten föddes för 350 år sedan. Det var han som gjorde Ryssland till en stormakt på Sveriges bekostnad. Något som presidenten anknöt till när han senare träffade en grupp unga entreprenörer. Петр I северную войну 21 год вел. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Чего поделись туда? Возвращал и укреплял. Вот что делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Det var på mark som Peter den Store erövrat från Sverige som tsaren lät grunda den nya huvudstaden, Sankt Petersburg. Staden där senare Putin föddes. Он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россию. Все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась...